Нет, ребят, это небольшие пески. Это Dust2. И позиция здесь всегда очень, ну, как ответственная, так и серьезно опасная, как оказалось, для бразильцев. Были не готовы. Очень важно здесь, конечно, электронику отыграть позицию хотя бы на минус 2. Но он делает только один минус. Бит подстраховал. 2 в 3, наверное, в большинстве. Бразильцы так и не вышли из зигзага. Прыжок. Какой прыжок? Это какой-то прыжок. Нормально нагренило. В итоге Бронзан бит, электроник успел заметить выходящих зигзага. Есть тиммейт, переживает только за длину ребята из Нави, но с длиной не справляются. Бумыча выбивают 3 в 2. Коллектива. И там кто-то у Нави не сыграл. Кто на Бумыч на длине был, как я понимаю. От него фрага не хватило. Ну, тут основной бомбардир как бы не сыграл. Агрессивно пытался действовать Симпл, но... Я слева флеш. Я даю флеш. Да, флеш перед нами, понял. Пора бил 300. Ликсом. Убил Ликс. И проблемы, в тэшке бит. Одну позицию держит на достаточно длинной дистанции. В итоге не проверяется икс. Как так? Экзит, еще один. У нас 2-0 по пистолетку. Получается, да. В пользу бразильцев. Получается, что все как-то так. 2-0. А как про игрока за иксом было непонятно, это уже, конечно, такой вопрос. Бит немного не можно, на самом деле, в таких эпизодах пробовать Б, но уже занята длина, будет пытаться играть... Звено на длине, у них бомба, аплент, по сути, выбит. Ну вот прессинг центра от бразильцев крайне хорошее решение. Оно приносит результаты, но коктейль, раскидка от Перфекта. И Перфекта просто находит за плунтом первого, второго тоже обнаружили. Позиционка известна. И вопрос, вот как это доиграть. Доигрывается все, конечно, не сверхфилигранно, но... Ну, либо рисковать, либо играть до конца. Все, он услышал. Симпл забирает первого, второго. Надо бы сейвить, но бразилец решил уйти до конца. Пытается обезоружить игроков команды Na'Vi. Смотрим, как сыграют Джонда. По-прежнему только 3 P250, установленная бомба, попытка удержать. Ну, очень... Но нет, выбивание от бразильцев. Коварные бразильцы удивили тем, что вот вроде инициативу можно было побольше проявлять в атаке, но за дефенс они оказались намного более проворными. И это не может, конечно, не удивлять. Тут одна похвала и все такое. Ну что, Na'Vi заперты в тэшке. Это 15-й дым этой точки. Его пытаются выбить. Он закрывается. Забирает еще одного. Симпл пытается его найти. Справляется с соперником базы Б. Но это 1 в 3. 16-12. 16-12. Первая сенсация в группе Б на Блайсте. Команда... Штанов идет проверять его, но не до конца. Находит плент. Проверил. Ящик. Некса. Реакция. Это хедшот. 1 на 1. Блеймэф. И все. За стенкой остался игрок атаки. Начинается. Ой-ой-ой-ой-ой! В их пончике минимум вдвоем мы знаем. И попытка выхода в точку. Все. Пропылесосил пончик только что Зипнекс. Ну, да. Важнейшая перестрелка намечается. Конфиг против Манту. Это было слишком просто для снайпера OG. Второй минус оформляет. Падает к Зипнексу. Полностью бросает базу. И пытаются стянуться на помощь Бэплунта. Некса, Ника. Подгорел и улетел. Ника. Вот так вот. Прошелся по второму. Третий действует Сейвова. Поджим с центра карты от ребят из команды. Подожди, там что-то BMF сотворил. Да, его не проверили, и он в итоге сумел сделать аж 3 фрага, но это все равно не закончилось победой. Штука опасная, выключил второго с первой. И дальше Нек, Блэйм, которого не проверили, первый, второй, третий. И вот этот момент, возможно, мог бы стать ключом. Как поняли, неясно, но осознали, что это будет база Б и Некса. Нексус съел Блэйм, Блэйм. Серьезный настрой, серьезный подход. Он продолжает карьеру, и это очень круто. Выход у нас пошел сейчас под базу А. Удалось реализовать перекрестный огонь. Молотова, Глэйв, последний, все в руках капитана. Ну это просто, это слишком просто для ребят из команды OG. Так что... Вуд проверяет угол. Один, второй, но как-то не прикрыли здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, Вальда делает 2 минуса, как так? Бразильцы все-таки проигрывают этот раунд. Некса ставит точку. Бойца из OG. Давайте посмотрим, чем это закончится. Бронзан чекает все-таки на ячку. Там оставляет он красным своего оппонента. FlameZ оформляет уже 2 килла. Некса также делает килл по экзиту. Некса даже не пошевельнулся. Он не развернулся и не открывался. И Flames продолжил косить одного за другим. Да, ну то есть видишь, Мибре откинули сюда молик, зачистили эту зону, но получив под себя смог, уже ты понимаешь, что есть, ты выйти не размен. Классный, кстати, размен для Мибров. Есть информация по Вальде, который делает минус по Бронзану. Вальде смещается в храм и делает еще 2 килла. Можно сейвить, хрупко выглядит экономика OG. И неужели Некса пойдет до конца? Первый минус есть, забрал Экзита, выключает Бронзана, уже 3 в 3. Ситуация от OG, Ника, минус Вуди, черепаха последний. Минус сделал, но дальше Некса. Управляет Нексу, но Вальде на размене. Здесь потерялся немножко опорник, но есть Братюня, который подстрахует.
И это был Брн. Нужна срочно хелпа. Вуди не попадает, а это было очень важно. Но здесь он попадает по флэкте. В упоре забирает Нико. Забирает Брнзана. Номинально остается у нас Тартл и Вуди. Вуди падает. Тартл последний. 1-5. Погибает от Нексы. Команда OG. У нас на плинте у команды Астралис. Бит находит минус по... Угу. Ясно. Бит тоже находит. Симпл! Вот видишь, стоял себе, ничего не предвещало беды, но потом решил открыться. Вот как Капитаныч два минуса в линию делает, это вопросы. Качественно и до раскрытия смока падает Электроник. BlameF просто великолепно отыгрывает Blame. Третий минус, Simple. Пение со стороны Астралис, но не хватает стабильности. Ничего сверхъестественного не делал Блейм. Он просто стоял на месте, как турелька, мини-стрейфиками выбирал углы и одного за другим. Там Гзипнекс находит минус по Бумычу. Конфиг забирает перфекта. Лаки! Какой выстрел! За другим. Рожденные побеждать погибали. Лаки при файре. Кстати, Глейв отправился мешать сейвить. АК-47 получится или нет? Да какая фарганом. Флешка! Ну что это такое? Она прилетела вообще куда-то в бок. Посмотри! Получается... Он не дается сейвить! Какой гений! Нелегально? А нелегально. Выход на Б-плант прямо сейчас. Давайте смотреть, как справятся опорники. Бит пока забирает первого экзипникса. Второго! Есть Валерий! Мог еще и третьего перфекта! Забирает в итоге конфига. 2-3 ситуации. Перфекта на бэксайде выпускает одного. Не выигрывает дуэль. Лаки. Бомба устанавливается на базе Б. Проблема у Бумыча. Симпла. Бумыч падает от Лаки. Стоит подумать над сейвом. Нет, ну пойдет. Дальше Костылев драться до конца. Забирает Блейма. Понимает зону, в которой находится оппонент. Видел ствол. Кто кого? Симпл. Лаки. Кто кого? Что за танцы? Что за шмайцы? Не попадает в упоре. Симпл. Лаки берет этот раунд. Прекрасная игра от молодого Астралис. На базу Б. Все в руках Валерия Ваховского. Первый минус есть, падает Лаки. Выбита бомба. А Бит забрал второго. Бит. А почему? На ретейке. Бит! Ну, это... 9 секунд! Это турецкий гамбит. Бит! Перфект! Они берут этот раунд! Как? Объясните мне, как это происходит? Симпл уже с тиммейтами. Врыв под флешечку. Перфекта только один минус. Саш Симпл забрал к Зипникса. Бэк-аврей. Что там ты говорил? Еще это непонятно. Допы, друзья! Это самые легкие допы в моей жизни! Это красная флешка, которая отвечает пока на момент Симпла. Конфиг находит два минуса. Симпл отвечает по Лаке. Забирает, не забирает. Еще одного. Бумыч! Последний опорник Аплента. Делает два минуса. Дайте последний. Бумыч! Бумыч! Берет раунд! Ой-ой-ой-ой-ой! Что это? Очень хороший угол у Лаки. Симпл! Ультует! Блейм делает минус, перфектно отвечает, включение от конфига. При этом у него 28 фрагов, ты абсолютно прав. Элик дожидается поджим с ямы. Сэм 4-1С, хорошие тайминговые гранаты от команды Na'Vi. Лаки забрал симплуху. Так, Зипниксу есть информация, Лаки находит бита в коннекторе. Это 2-2. Уже 2-2, Лаки, третий как? Минус. Как? Перфектно, на тебя надежда. Министр Квачи. Ну как вы это отдаете? Серьезно, 2 в 4, там уже сэр! Повторный, отличный выстрел в голову. Илья тут на уверенном выехал. Что? Там кто-то Саше прикрутил пару магнитов Na'Vi в этом удержании. Ну, теперь надежда на папу Троника. Электроник, хороший минус. Бомба дефузится просто на морозе! Он не попадает! Он не попадает! И бомба дефузится! Ёшкин кот! Каждый раз врывается в этот дым, забирает кого-то из игроков команды Na'Vi. BlameF выпад с окна, падает троица. Бит Симпл перфекта. Все в руках Электроника. Один против пятерых. Это было без шансов. Это если было очень красиво и легендарно. Первых, может быть, даже слышал. Он слышал. Скорее всего, даже дал информацию. Но Бранзан на точке. Ой-ой-ой, какое... Моральная составляющая, ну и понятно, по игре в том числе. Последний Лаки за колонной, отличный выстрел по Брнзану. С этим парнем лучше на самом деле не шутить. Он нам показывал на Мираже прекрасный хайлайт. Вот это поворот! И он же понимает, что смог... Ладно! Что? Самый критикуемый новичок по Зипниксу. Ну и, по-моему, сейчас уже мибры читают расположение своих оппонентов. Легкий фраг для Вуди. Первого забрал. Еще одного сюда, сладенькие. Третьего забрал, дальше перекрестный огонь. С момента выхода на один из плунтов. Вот атака бразильской команды. Ой-ой-ой. Зипникс отвлекает на себя внимание. Глейв в зигзаге. Это все.
Это финиш, дорогие друзья. С этим ничего не поделает команда MABR. Последний фраг за Зипниксом. Очень уверенно. Очень красиво доигрывает раунд Астралис. Ошибочка от Зипникса. Позиция плохая. Прикрыть Глейва, который устанавливал бомбу. Ну что, капитан команды Астралис не совладал со своим пистолетом. И раунд был вообще жестко. Но опять же, до этого не дошло. Нико забирает Зипникса, как видим в повторе. Ну и бомбу, конечно, установили не самым удачным способом. Зипникс, как я понял, хотел до конца дрязно. Занятый банан, занятые ковры в достаточно контактной позиции. Даже дали возможность захода на главку. Красиво! Глейва, но он с ней может разобраться. Позиция суперудобная. Коктейль молотого под ноги. Первый пошел, второй пошел. Но здесь Зипникс уверенно реализовал позицию на коврах и, в принципе, выбил плент. Вопрос, как он дойдет, не добежал, а он уже здесь. Вот Зипник сделал всю работу. Команда не дошла. Зипник подгорел. Ну и Ника плюс Некса вот в такой вот комби остались доигрывать. И в итоге... Вот это дуло-то было видно. Кстати, вот здесь... Сегодня уже было, по-моему, да? Да, у вас торчит. И в итоге это торчит заканчивается тем, что Астралис берут... Глейв ждет позицию сигареты. Игроки защиты начинают разминировать бомбу. При этом какого-то там... Хватит на Глейве. На свою сторону. Ну и говорят о том, что... По праву пока что мы фаворитами. Драка на банане. Флеймс. Ну, подсадку сейчас, походу, съедят. Ну, вот тут... 5 в 3. Прыжок веры в себя. И ох, а там еще один! Это эйс. Эйс это... всех идеально в голову убивает. Флейм. Что можно пожелать? Огромной удачи ему. А у нас выход на банан, который... Вот это спрей от Флеймза. К Зипниксу залетело что-то незаконное. Минус, но в этот момент Вальд выходит на базу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! 15-8! Даже куда попадает победитель на команду Na'Vi. Возможно, OG этой победой доказывает, что им абсолютно все равно. И